военно-политические новости, хотя этот блок хотелось бы вишенкой на торте, такая новость на посошок о том, что Украина, наше государство, использует реактивную систему залпового огня Альха-М собственного производства. Имеется в виду, что вот вы задавали даже много вопросов, где же наша Альха. Я так понимаю, что наша Альха начала, мы начали серийное производство снарядов Альха-М и с дальностью пуска 110 километров. Это высокоточный боеприпас. Это, в принципе, то же самое, как «Хаймарс», только дальность практически почти в два раза, ну, в полтора раза больше. «Хаймарс» летит на 75 километров с соответствующей точностью, и наш боеприпас летит на 110 километров. Тоже соответствующий, тоже корректируемый, тоже высокоточный. Ну и сказали, что наше конструкторское бюро, которое разрабатывало «Альху», я напомню, это отечественная разработка, полностью отечественная, на базе реактивной системы залпового огня «Смерч». Пусковая установка «Смерч», а боеприпас уже наш, Украина. Так вот, сейчас КБ, которая разрабатывала этот «Альху-М», сейчас хотят модернизировать этот боеприпас и увеличить дальность до 150 километров. Но снаряды с дальностью 110 уже в вооруженных силах Украины. Причем сказали, что если удастся увеличить дальность до 150 километров, то никто не будет затягивать с испытаниями совсем. Как только разработка будет закончена, сразу же в металл и сразу же на огневую позицию. Испытывать будем на поле боя. Так что для россиян очередной будет сюрприз в плане новых видов вооружения, которые появятся у вооруженных сил, у сил обороны Украины.